gerecht werden. Dieser Krieg muss aufhören. На демонстрацию Бранденбургских ворот собралось как минимум 5000 человек. Одна из требований участников акции – это прекращение поставок оружия Украине. Демонстрация проходит мирно при минимуме полиции. Эта акция даже не против войны, а против войн во множественном числе. Здесь и требования свободы Палестине, и пожелания мира с Россией, а также красные знамена и транспаранты против поставок оружия, в первую очередь Украине. Полный официальный лозунг демонстрации «Нет войнам, остановить безумное вооружение за мирное и честное будущее». Требования протестующих идут вразрез с официальной позицией Германии. Правящая коалиция Олафа Шольца продолжает поставлять вооружение Киеву и не считает, что режим Владимира Путина заинтересован в долгосрочном мире. Многим пришедшим на демонстрацию это не нравится. «Я пришел за мир против войны». Я очень доволен, что эта акция состоялась. Хотелось бы, конечно, чтобы пришло больше людей, но и так тоже нормально. Я пришел, потому что недоволен правительством. Они тратят невероятные горы денег на оружие, которое по факту только усугубляет эти две войны, а не приближает их развязку. Я считаю, что с этим правительством что-то не так от начала до конца, и с этим надо что-то делать. Я считаю, что крайне важно поддерживать конструктивные отношения между странами. Я против войны. Я тут, потому что считаю, что это важно для Германии. Мир и свобода, а не война. Если вы ищете решение таких проблем, для этого важно уметь разговаривать. Переговоры, а не оружие. Со сцены к собравшимся обращаются политики и публицисты, известные своими антиамериканскими взглядами, а также, как их называют в Германии, путинферштейеры, что можно перевести дословно как «понимающие Путина». Но самая известная фигура из выступающих – Сара Вагенкнехт, бывшая глава фракции левой партии в Бундестаге. В немецкой прессе эту акцию даже так и называют – «демонстрация Вагенкнехт». Харизматичная политик уже проводила подобную акцию против поставок вооружения Украине и за переговоры с Россией в феврале этого года вместе с феминисткой и журналисткой Алисой Шварцер. Тогда демонстрация вызвала шквал критики. Месяц назад Вагенкнехт официально объявила о разрыве с левыми и намерении основать другую партию, которая, скорее всего, будет называться «Союз Сары Вагенкнехт за здравый смысл и справедливость». Эксперты ожидают, что это будет левопопулистская партия, но с ярко выраженной правой позицией в области миграционной политики. Вагенкнехт выступает за ужесточение миграционных правил. Предполагается, что новая партия сможет оттянуть электорат у правой антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии», которая сейчас, по данным большинства соцопросов, вышла на второе место в стране после консервативного христианско-демократического союза. А сама Вагенкнехт даже публично допускала прием в ряды партии умеренных нынешних членов АДГ. Ожидается, что уже в следующем году новая партия Сары Вагенкнехт сможет поучаствовать в выборах в Европарламент, а на следующих выборах в Бундестаг социологи на данный момент прочат ей четвертое место с 12% голосов. Это существенно меньше, чем у христианско-демократического союза и альтернативы для Германии, чуть меньше, чем у социал-демократов и примерно на уровне зеленых.